Здорово всем, с тобой Артем с канала Артемов. Сегодня мы собрались большой кучей, 20 человек в Гартик Фон. Опять эту коллегу рисовать, ну как и в прошлом. Вам очень понравилось, мне очень тоже интересно. Обязательно только лайки не забывайте разгружать. Если что, плейлист с Гартик Фоном на другие части, они очень угарные. Рекомендую всем посмотреть, находится в описании. Погнали, вперед, все, все готовы? Да, погнали. Придумали, что рисовать? Да. Тогда давайте секунду. 10 секунд, думаем, что нарисовать. 2, 1. Все, смотрите, видите, внизу пересеките эту линию. Вот это обязательно. То есть вам надо нарисовать, например, голову, а за эту линию вывести, например, шею, чтобы кто-то мог, он увидит вот этот кусочек и как-то продолжить свой рисунок. Только лучше подключите воображение, не рисуйте просто голову, нарисуйте что-нибудь интересное. Там 70 голов, какую-нибудь хуйню, машину, блядь, трансформер, говно, блядь, кишка. Я рисую знаменитого человека, но если у меня не получится, я скажу, что я рисую бомжиху. Я сразу скажу, я Райан. Понял, бомжиха. Вдруг вы узнаете образ. Да, вдруг это кто-то из нас, блядь. Но мы уже все равно поймем, что это бомжиха, блядь. Мы уже смирились. Ну, точнее, мы уже, даже если узнаем себя, мы подумаем, что ты имел в виду, это бомжиха. Если я вижу под бомжиху, подумаю, что он не может меня. Не думайте, что это бомжиха, пожалуйста. Ну, ты сам сказал. Нормально. Что-то жесткое. Что это я сделал, блядь? Я что-то делал так уверенно, а не сам не знаю, что делал, блядь. Ого, что это такое, блядь? Охуеть. Так, это концовка должна быть, да? Ну да, да, это завершаем рисунок. Все, должен быть какой-то логичный конец этого. Ну, у меня сегодня не весело тоже вышло. Ну, может, в целом весело получится, конечно. Я всегда думаю, хуйня, а потом весь рисунок угарный. С Богом! Раз, два, взяли! Так, сейчас нормально. Так, начало задали. О, хорошо. Бля, кто-то прям прочувствовал чуть-чуть, как будто не понял. На баре завертелась. Ебать, как будто подглядывали, блин. Нихуя. Нормально, да, получилось неплохо. Неплохо, да, нормально. Странное существо, но живет. Современный искусство какое-то. О, Серега, я понял. Жестко ты. Нормально, нормально. Убила, убила. Илюха вообще хорош, Илюха. Да, ну нахуй. Блин, Серега дизайн для Билайна. Жестко, жестко. Я чуть с ума не сошел, блядь. Так, Хагавага. Хагавага какая-то подделка зеленая. Я вот только потом понял, что это какая-то. Очень хорошо. Нормально. Завершение там. Нормально, нормально. О. Глубоко уже дал. Это уже глубоко. Ебать. Ну такое. Первый Б, блядь. Так. Опа. Это уже седьмой Б. Это уже вот это. Черпук вот это вот сратый. Скуфчик пошел. Стульчик. Скуфчик стал стульчик. Стул получился. Ебать. Бля, кстати, прикольно, да? Фуга еще повторил стелек. Прям стула нормально, блин. Почувствовал. О, Райан Гослинг. Райан Гослинг. Оу, е. Интересно. Райан Гослинг, марионетка. Оу, да. Интересная ситуация, блядь. Травма психологическая. ВКонтакте в текущий момент. Что происходит? Так. Опа, о, планктон, ничего себе так. Цвет крутой. Ну-ка. Да, цвет хороший. Задал. Так вот кто-то был. Пучий цвет. Где цензура? Да, она не похожа на писю. Похоже. Один в один. Тикток сносит и не за такое. У меня такая. Ну не было писи. Тоже верно. Так, опа. Это вот я пытался арт пошел. Чувствую охуенно, да? Не, хорошо, пока идет. Пока чётенько, ну-ка. Бля, охуенно. Это на футболке прям летели. Чем нижняя часть, это трусы. Как дополнение. Так, о, интересная штука. Еще сейчас, если будет мега арт, сейчас охуй будет.
Да, ну нормально, это советские мультики есть про космос. Да, да, называется. Да. Стесняшка, обоссашка. На третьей планете. Отлично, красота. Нормально отсаться. Ну-ка. О, невероятно. Так. Непонятно, но сейчас посмотрим. Райан Гослинг, да, реально. Так, и что получилось? Райан Гослинг до и после драйва. Почти, да. Почти. Все равно есть забулки такие. Так, о, ебут кого-то, наверное. Сейчас узнаем. Да, точно. Ой-ой-ой. Так, ведерко получилось. Непонятно, что тут. Так. Что-то опять первый Б, ебать, и рисует. Что-то она не ясна. Так. Ну-ка. Тайна третьего кендера. О, автопортрет нарисовал. Жестко. Да нет, это будет нормально. Ладно, ладно. Обратная сторона терпила. Это пес. Хорошо, нормально. Карта. Это отражение, ебать. Да, да, это отражение, реально. Какой в интернете. Как видишь в зеркале чисто. Так. Шрек 5. Надо анонсировали в 26-м году вроде. Да, будет. А, ой. Оу, е. Оу, е. Кадры. О, да! Ое! Ну, конечно. А почему писи не зацензурили, да? Осел тоже, кстати, изменился. Это глист, это глист. Это ничего. Так. Чин-чан-чон-чин. Вот я так понял. Это видимо. Бля, охуительно. Так, ебать, конечно. Ну, есть что-то в этом. Ну, на, пойдет. На пол упал, волосы появились. Так. Ну-ка. Нихуя. Блять, боюсь, что сейчас рот что превратится. О, нормально, слушай. Еще ждем рот. Пока неплохо. Рот, ебать, да ну нахуй. Стопроцентное попадание, блять. Да, идеально. Идеальная хуйня вообще. Красава. Нормальный пак. Опа. Ой-ой-ой. Это шоколадный пистолет. Блин, вообще. Так, ну да. Чип крутой там. Нормально, нормально. Что-то славянское. Пистолет пытается убить себя. Красиво, кстати, получилось. Так, Дарья. Опа. О, три головы. Бля, это ужасно, пацаны. Да ладно, нормально пока, все хорошо. Пойдет, пойдет. Так. Ну, отлично, неплохо. Да чё, все суд в штаны? Ну, надо же разнообразие подкинуть. Все обоссались. Но они троем не определились, когда ссать просто. Кто-то долго терпел. Мне кажется, это поросёнок насикал, он веселый. Ебать. Ты, бля. Бля, слепило, ничего себе. Так, хорошо. Фуки грустная конья. Нижняя сторона. Так, хорошо. Пират. Пират. Так. Изящно идет. Это интересно. Элегантно. Да, элегантно. Ну, неплохо, мэн. Ну, хорошо, блин. Так, и... Ну, еще лучше стало. Пока вообще замечательно. Ай-яй-яй. Эй-яй-яй. Диамонты, наверное, выкинула. Наверное. Ну, в принципе, ну, там надо перезайти, и все работает в таком случае. Да, Алина, говорит, тоже выкинула, но она обратно зашла. Да, да, там просто по ссылке в следующий раз переходите, и все. Так. Это мне досталось. Так. О, выкрутились. Засейлили. Ну это я, да. Блин, нормально. Ну ничего, рисунок зато чётенький получился. И последнее. Так. Ебать. Хорош язык. Это Виталик? Так. Реально.
Он геморрой пошел. Вон ворона пошел. Геморрой, да. Реально. Вот вам. А это их домик. Ну, интересная ситуация, конечно. Это наркомания, блядь, реально. Мне понравился рот. Рот был охуенный. Рот прям лучшая была, да. В прошлый раз мы в Людмурика тоже охуенно попали.